приветствовать вас на Дворцовой площади. Сегодня, 27 января, вся страна вспоминает подвиг осажденного Ленинграда. 80 лет назад наш город был полностью освобожден от фашистской блокады, продолжавшейся ровно 872 дня. Это поистине одна из самых скорбных и героических страниц не только Великой Отечественной войны, но и мировой истории. Каждый из блокадных дней нес с собой голод, разрушение и смерть. Но вместе с тем демонстрировал несгибаемую волю жизни и мужество ленинградцев. Враг был уверен, что городу подписан смертный приговор, но не смог сломить жителей и защитников Ленинграда. Ленинградцы выстояли, чтобы жить и дать жизнь будущим поколениям. Каждый год, в конце января, у каждого петербуржца замирает сердце. Потому что подвигу ленинградцев нет равных. И залпы салюта, которые звучат над Петропавловской крепостью и Невой 27 января, свидетельствуют снова и вновь. Мы помним, мы гордимся, мы чтим память, мы потомки героев блокадного Ленинграда. Сегодня и завтра, 27 и 28 января, здесь, на Дворцовой площади, на главного штаба, вы увидите мультимедийный спектакль «Ленинград во имя жизни». Спектакль создан специально к памятной дате полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Показ проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Санкт-Петербурга. Сегодня и завтра показы будут проходить каждые 15 минут с 19 до 21.00. Вход и выход с площади осуществляется со стороны Певческого моста. Итак, мы начинаем первый показ мультимедийного спектакля «Ленинград во имя жизни». Отбили муку,
загадочный инструмент. Созидается он столетиями, а утрачивается момент. Под гармошками, под бомбежками, под красивую болтовню иссушается, разрушается, сокрушается на корню. Чувство собственного достоинства — это просто портрет любви. Я люблю вас, мои товарищи, мою нежность в моей крови. Чтоб там тьма и зло не пророчили, кроме этого ничего. Сообщение штаба противовоздушной армии.
говорю с тобой под свист снарядов. Угрюмым заревом озарена. Я говорю с тобой из Ленинграда. Страна моя, печальная страна. Большой симфонический оркестр радиокомитета действительно был большим. Более сотни человек. К весне 42-го их осталось 18. Но по радио объявили всем оставшимся музыкантам явиться с инструментами. Так готовились к главной плакатной премьере 7-й Ленинградской симфонии Шостаковича. 9 августа дирижер Карл Элиасберг вышел к оркестру. Полный зал встал, а все, кто не сумел попасть сюда, замерли у репродукторов. А вокруг осадного кольца бушевала легендарная операция «Шторм». 2 часа и 20 минут артиллерия Ленинградского фронта и Балтийского флота работала вся и без передышки. 2 часа и 20 минут ни один вражеский снаряд, ни один вражеский самолет не мог даже приблизиться к осажденному городу. На каждой площади, на каждой улице вместо сирен и воздушных тревог на всю воюющую страну, на всю охваченную пожаром планету звучала великая музыка. Они действительно думали, что город мертв. И не сегодня, так завтра они войдут в пустой Ленинград. Они действительно поняли, что эту войну, этому народу они проиграют. Погибло около 360 тысяч. Общие потери ленинградцев составили более 1 000 000 человек. Чтобы муку и соль не запасал я впрок.